Эта процедура не должна унижать человека. Все вопросы здесь нужно решать преимущественно удаленно. И главное, в интересах пострадавшей стороны. Мама с малышом на руках, а именно так чаще всего и происходит, не должна обивать пороги инстанций, собирать справки. Надо так выстроить систему межведомственного взаимодействия, в том числе с банками, чтобы обеспечить безусловное исполнение судебных решений по взысканию алиментов. Государство обязано защитить права ребенка. Именно об этом идет речь. Но я попозже еще к этой теме вернусь.